Клавдия Семеновна привычно пытается открыть двери собственной квартиры, однако ее ждет разочарование. Ключи не подходят к замкам, их сменил новый владелец. Знакомая, присматривавшая за котами, пока хозяйка в больнице, говорит, еще неделю назад этого не было. Меня тетка попросила прийти покормить кошек, поубирать за ними. Я пришла, было 17-18 числа. 18 числа, первые полдня дня я приходила, открывала, все было открыто. То есть кошкам я имела доступ, покормила, и все было нормально. Ключ вставляла, вот этот, он проворачивался, все было хорошо. Адвокат женщины говорит, что мужчина проник в квартиру вместе с исполнительной службой, так как получил решение суда на вселение. И прошло оно, когда фактическая хозяйка была в больнице. Через полгода после того, как она сюда заселилась, появляется некто гражданин по фамилии Вахнин и говорит: «Вы знаете, я здесь прописан, это первое. Второе, хоть бывшая хозяйка этой квартиры со мной была когда-то в браке, хоть мы разошлись много лет назад, но тем не менее эта квартира моя». И суд на основании лжесвидетельских показаний принял решение о том, что ему принадлежит 1/2. Сама пострадавшая говорит, что неоднократно получала угрозы от мужчины, а несколько недель назад и вовсе подверглась нападению неизвестного. Вечером я шла с магазина, где-то в 7 или начало 8. Ударил меня вот сюда в лицо, сдер мне нос. Вы видели, кто это? Нет, я не успела его рассмотреть. Вы выходили из лифта? Нет, я поднималась. Получали ли вы угрозы до этого? До этого, да. Вахнин приходил, мне по домофону угрожал, чтобы я ему открыла дверь, отпустить его в квартиру. Ты аферистка, залезла в мою спирную квартиру и проживаешь. А эта квартира моя. Внутри никого не оказалось, в соседних квартирах никто не живет. Приняли решение вскрыть замок в присутствии прибывшего наряда полиции. Правоохранителям показали все имеющиеся документы на право собственности, и инструмент пошел в дело. Дверь тамбура вскрыли, но со вторым препятствием, самой входной дверью, пришлось повозиться. Спустя 15 минут владелица, юристы, полицейские внутри. Беглый осмотр результатов не дал. Пенсионерка говорит, что практически все на месте, кроме денег и документов. Шкафы открывались, это ее личные вещи. Значит, в шкафах все перевернуто, там кто-то рылся. Из того, что на первый взгляд уже увидели, что пропало 2000 гривен. Значит, и пропали документы от квартиры. Остальное мы пока не трогаем, не смотрим. Значит, мы ждем следственно-оперативную группу, будем снимать отпечатки пальцев и смотреть, что там по факту дальше пропало. Юрист уверен, что мужчина поступил незаконно. Более того, он намерен обжаловать действия государственного исполнителя, который, по его мнению, не имел права исполнять решение суда без владелицы квартиры, которая на тот момент была госпитализирована. Потому разрешить этот конфликт сможет исключительно Фемида. Юлиан Аксенов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».